ценный груз готов к отправке в зону боевых действий. Летательные аппараты военнослужащим отправили от благотворительного фонда «Феникс». В составе груза 15 единиц техники последней модели в полной комплектации общей стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Это все аксессуары и блоки питания, и кабели, и все, что необходимо для достижения поставленной боевой задачи на местах в зоне военных действий. Это будет способствовать приближению к победе. Использоваться техника будет с целью разведки, обнаружения вражеских позиций, складов и техники. Одна из главных достоинств модели – подвижная камера с современной системой управления. Преимущество этих дронов в том, что они быстро могут менять частоту при подавлении вражеским рыбам и дальше начинать выполнять свои задачи. Вместе с летательными аппаратами из штаба общественной поддержки «Единой России» отправят бойцам и вкусный гостинец – более 100 килограммов сертифицированного меда. Посылку заботливо подготовил один из жителей региона. С первых дней специальной военной операции ульяновцы регулярно собирают военнослужащим гуманитарную помощь, чтобы они чувствовали неугасаемую народную поддержку. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.